Бочанговцы! Друзья, всех приветствую. Сегодня у нас подведение итогов. Итогов нашего конкурса, этого розыгрыша. Одним словом, если вы помните, вот этот вот швейцарский кинжал мачете, который идет, естественно, от сердца, сегодня отправится в чью-то сторону. Одного из вас, победителя, скажем так. Вот, такой маленький обзорчик еще раз показываю. Видите, все очень просто, классика. То есть кнопочка, нажимаешь на кнопочку, ножик закрывается. Здесь единственное, что тут есть, это вот эта вот антенка для ловли движения дрейфующих айсбергов в Атлантическом океане. Также ловит Wi-Fi под водой и в таких особо укрытых помещениях, то есть бункерах. Такой вот ножик. Ну что ж, тогда приступим. Значит, друзья мои, сегодня у нас ситуация такая. Вот это у нас количество участников, которые сегодня участвуют. И я хочу вам напомнить, что участвуют только те, кто поставил букву «Г» под видео, которое называется, и это уже серьезно, «Кинжал от сердца». Все остальные, к сожалению, не участвует в этом конкурсе, в этом шоу, потому что изначально, во-первых, я об этом говорил в этом видео. На всякий случай я еще предупредил, чтобы у нас не возникло непоняток каких-нибудь. И сегодня я посидел, разобрался в этих комментариях. Скажу, это было не то, чтобы там так сложно, но чуть-чуть сложность в этом была, потому что Google здесь что-то творит, что-то вытворяет, постоянно развивается, и не поймешь, куда эти комментарии то уходят, то приходят, то они скрытые, то они открытые, то что-то в спам попадает. В общем, немножко была такая ситуация, но где-то в пятый раз я пролистал все комментарии, и потом я решил, чтобы уж точно не запутаться, я решил все записать, то есть каждого участника записать. И вот у меня список составлен. И мы сейчас по нему пройдемся. Перед тем, как пройтись, также хочу, друзья мои, чтобы вы понимали, на всякий случай, вот, ну, мало ли что бывает, да, я вроде всех прочитал и всех сюда записал, но, как еще раз говорю, все может в жизни случиться, и вдруг я кого-то пропустил, поэтому, чтобы обиду не держали, и сами понимаете, мы, конечно, с вами понимаем, что это как бы все, ну, балду мы гоняем, да, что, то есть для нашей банды, чтобы, скажем так, все это в прикол было. Но иногда бывает так, что, знаете, прикольные вещи могут задеть сильнее, чем даже какая-то серьезная тема. Это я просто на всякий случай говорю. Так вот, просто я хочу сказать, что никого из вас задеть не хочу. Если кого-то случайным, каким-то абсолютно непонятнейшим образом пропустил, я прошу прощения, извиняюсь, напишите мне, и какой-нибудь сгривончик я вам тоже обязательно сделаю. Не знаю, какую-нибудь открыточку можно с видом на море. В общем, как бы там ни было, просто чтобы вы не напрягались на расслабоне, чтобы все было нормально, наша банда двигалась, развивалась, и мы шли только вперед. Кстати, хочу сказать, что теперь у нас банда, когда этот конкурс объявлялся, у нас в банде было 1000 подписчиков, то есть 1000 почанговцев. Сегодня у нас в банде уже 2000 почанговцев, то есть банда разрастается. А это уже, как мы понимаем, очень даже серьезно. Так, теперь начну. Значит, с самого начала. Получается у нас так. Так, с самого начала у нас получается так. Вот у меня сейчас по комментарию идет первый Александр Берзой. И вот здесь вот у меня сейчас должен первый вылезти. Александр Берзой. Все правильно. Вот наш первый участник. Показываем. Так, секундочку, я же здесь забыл показать вам спонсора сегодняшнего нашего ролика. Спонсор сегодняшнего ролика – это минеральная вода Боржоми. Вот. И вот таким вот образом мы сейчас будем проводить. Так, видите, Александр Берзой. Сворачиваем. Закидываем. Все. Без двойного дна. Все по чесноку. Так, второй у нас идет Лусин Джанян. Так, Лусин Пачангас, Армения, на связи.
Так, сейчас проверим, идет ли Лусин. Да, видите, Лусин, Жанян. Пока все у меня получается, пока я все правильно заполнил. Так, тоже сворачиваем. Закидываем. Так, вот уже две. Так, следующий идет у нас Карпок. Карпок. Так, проверяем. Есть, есть. Все, читкариком. Карпок. Не знаю, откуда человек, но давно уже в банде. Писал комментарии. Карпок, приветствую. Так, следующий у нас идет охота видео. Так, охота видео. Сейчас посмотрим. Все верно, охота видео. Кстати, хочу сказать, что у человека охота видео на канале интересные видеоролики об охоте. Я сам охоту не люблю. Ну, точнее, охоту я даже люблю. Не люблю, когда зверюшек, скажем так, подбивают. Но если кому-то охота интересна, вы можете зайти на канал охота видео и посмотреть. Вот, такое ощущение, что в какой-то в компьютерной игре там участвуешь, то есть такие записи своеобразные. Так, теперь у нас идет Рустам Оливарес. Если я, конечно, не ошибаюсь, так вот, Рустам Оливарес, это у меня старая гвардия, старая банда еще. Так, Рустам Оливарес, я, возможно, ошибаюсь, возможно, нет, но это Мария. Может быть, я ошибаюсь, поэтому, если что, но в любом случае, Рустам Оливарес, приветствую. Участие закинуто. Так, следующий идет. Так, секундочку. Следующий у нас идет Валерий, мне кажется, и у него ник ВАПЛ. ВАПЛ. Правильно? Все правильно. ВАПЛ. Так, тоже сворачиваем. Закидываем. Так, Валерия, приветствую. Следующий у нас идет. Так, тоже у нас следующий. Так, Николай Пекшев. Николай, приветствую. Кстати, очень хороший человек, насколько я так думаю, предполагаю. Николай Пекшев. На участие. Так, пожалуй. Так. Аслан Асланов. Аслан, салам алейкум. Не знаю, откуда ты, но я тебя приветствую. Пачангос. Так, закидываем. Аслан Асланов. Так, сейчас идем дальше. Так, следующий у нас идет Кнокетхим. Салам алейкум, браза, я так понимаю, Франция на связи у нас, Кнокетхим. Так, закидываем. Так, Греция на русском, Сан Саныч, ну Сан Саныч, друзья, вы знаете, если кто не знает, канал называется Греция на русском, я уже у себя на блоге показывал, то есть интервью. Человека, в общем, заходите, смотрите, интересный канал. Вот, Сан Саныч, все правильно пока идет у меня по списку. Вот, так что заходите, смотрите, интересные видеоролики. Сейчас в последнее время Сан Саныч потихоньку все круче и круче идет, и ролики становятся все интереснее и интереснее. Так, Павел Стругалев. Стругалев. Есть такое? Есть, все верно, Павел Стругалев. Так, закидываем. Так, следующий идет Николай Уф. Николай Уф. Есть такое? Есть. Николай, приветствую. Закидываем. Так. Следующий у нас идет Юрий Федоров. Юрий Федоров. Все верно. Все четко. Так, Юрий, приветствую тоже. Олег Скрипников. Олег. Есть такое? Есть. Олег Скрипников. Приветствую. Друзья, если что, чтобы вы там тоже на всякий случай знали, я пишу
теми буквами, которые у меня пишутся. Они у меня могут быть английские, могут быть русские, могут быть... Так, сейчас не пропускаем. Так, следующий идет Quattrontube. Все правильно, Quattrontube в игре. Так, Зурият Гасанова. Есть Зурият Гасанова? Да, Зурият Гасанова. Дагестан. Зурият, приветствую. Давно не виделись, не слышались. Я надеюсь, свадьбы все закончились благополучно, ты жива, здорова и продолжаешь двигаться и расцветать. Так, следующий у нас идет, так, Зурият Гасанова. Адам Адамович. Адам Адамович, если я не ошибаюсь, салам алейкум в Норвегию, если не ошибаюсь. Вот, так, тоже еще закидываем. Так, следующий у нас идет. Так, так, сейчас, секундочку. Следующий идет Олла Бьюти. Бьюти. Олия Бьюти или Олла Бьюти. Сейчас посмотрим, правильно? Все правильно. Олла Бьюти. Пачангус. Так, следующий у нас идет Алексей Смирнов. Алексей Смирнов в банде. Так, Алексей Смирнов, Сергей Федорович. Сергей Федорович есть, есть, все верно, Сергей Федорович. Так, закидываем. Сергей, приветствую тоже. Андрей Стрельцов. Андрей, приветствую. Так, друзья, батарейка пишет, заканчивается. Секундочку. Так, я вот сюда вот это положу, чтобы вы видели, что все по чесноку у нас. Я сейчас. Что у нас было? Стрельцов. Андрей Стрельцов у нас был. Правильно? Все правильно. Андрей Стрельцов. Андрей, приветствую. Привет Пезаро, если будешь там еще летом отдыхать тоже. Так, Марат Г. Марат Пачангус большой. Все верно. Марат на месте. Мне понравилось, Марат недавно написал очень такой интересный комментарий. И я сейчас, я надеюсь, я вспомню, там было написано так. Раньше бедность объединяла, а сейчас бедность удручает. Это просто гениальнейший комментарий. Удручает. На самом деле ведь так оно и было. И так оно и есть. Вот так, Наталья Слободчикова следующий у нас ведет. Наталья Слободчикова. В банде. Так, Саня Болгар. Саня, приветствую. Кстати, я тебя в этот скайп добавил. Поэтому... Саня Болгар в скайп добавил, поэтому в любое время звони. Дело в том, что, друзья, всех тех, кто в последнее время мне в скайп... как сказать, соединялись, знаете такую вещь, сообщения, когда вы пишете, я их не вижу, не знаю почему, но у меня скайп накрылся. То есть, если вы звоните, я это могу услышать, но если вы мне что-то написали, допустим, я не могу зайти, и мне не видно, что вы мне это написали, у меня все стоит на нулях, то есть, полное обновление идет, поэтому, если вы меня добавили, просто звоните, когда у меня есть интернет, периодически я в скайп захожу. Ну, а так, естественно, смотрите ролики, потому что большинство ответов, которые вы задаете, они уже где-то, как говорится, отвечены. Так, идем дальше. Снегурочка, 2009. Все верно, Снегурочка на месте. Так,
в банде. Кровавый кролик. Так, кровавый кролик. На месте. Приветствую, кровавый кролик. Кстати, на аватарке стоит девушка. Значит, женский кровавый кролик. Артём Тимурович. Артём Тимурович в банде. Так, так. Алик Идаев. Алик, салам алейкум. Не знаю, в какую страну, но большой пачангус в банде. Келевра 1493. Келевра 1493. Все правильно, в банде. Так, теперь у нас Ютсуми, насколько я знаю, это у нас идет пачангус в Латвию, в город Рига. Приветствую. Сейчас проверим, все верно? Все верно. В банде. Так. Вили. Или Вили, или Вайли. В общем, вот так вот. Приветствую. Интересная такая аватарка. Девушка с, то ли с ружьем, то ли... В общем, в банде. Так, Шариков Полиграф, Полиграфович. Ну, как же без вас? Шариков Полиграф, приветствую. Так, abd09.ru. abd09.ru. Тоже пачангус саламус, насколько я, если я могу ошибаться. Точнее, я, может быть, ошибаюсь, но, скорее всего, идет пачангус в сторону Москвы, но родом, скорее всего, из Карачаева-Черкесии. Возможно, ошибаюсь, это так, чисто мои предположения. Единственное, что я хочу, друзья, вам сказать, abd09.ru, если вам интересно все, что связано с фотографией, фотошоп, фотоаппараты, в общем, все вот такие вот вещи, заходите на этот канал, и там есть интересные видео. Так, вроде я закинул, да? Следующий идет Энзе. Энзе. Все на месте. В банде. Так, 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 так. Так, Бронг Мак. Пачангас, Савош, Пачангас, салам алейкум. Бронг Мак, Мак, Мак. Бронг Мак в банде. Так, идет теперь у нас Кэт Блонди. Катя, вот Катя. Катя, я тебя тоже приветствую. Ножик пригодится. Так, Кэт Блонди, Катя в банде. Так, и сейчас у меня здесь написано комментарии, которые типа как бы спам. На самом деле они не спам. Не знаю, почему они так зачитались, но я это уже тоже предусмотрел. И вот сейчас у нас идет Станислав Вилков. Все правильно. Станислав Вилков. В банде. Следующий идет Мария Руткевич. Мария Руткевич. Все верно. И последний пачанговец, это у нас Вячеслав Вячеславович. Кстати, Вячеслав, спасибо за письмо, которое последнее написал. Большое, интересное и, как сказать, с определением, потому что я до этого думал, какую сторону эту, как сказать, эту сеть направлять, которая скоро будет создана, социальная сеть. И ты мне, скажем так, дал еще одно размышление. В общем, по-другому говоря, не париться, а просто сделать, чтобы она была. Поэтому спасибо за письмо. Так, в банде закидываю. Все, друзья. В общем, видите, штучки у нас эти созданы. И сейчас мы будем
таким вот образом. Я уже говорил, что спонсор сегодняшнего ролика у нас вода Боржоми. Также спонсор сегодняшнего ролика у нас мед. Мед вроде бы латышский. Вот. Я сейчас сюда чуть-чуть намажу медом. И посмотрим, что из этого получится. Ну что, розыгрыш пошел. Так, друзья, вытаскиваю. Так, видите, все по чесноку. Ловкость рук и никакого обмана. Кручу-верчу, выиграть хочу. Приехал с Америки на воздушной венике. Таких, как вы, накручу и дальше полечу. Здесь сегодня такого нет. Все по чесноку. Так, вот у нас победитель. Сейчас я вам ее покажу. Специально руку не убираю, чтобы вы видели. Так, это мы отставляем. И открываем победителя в меду. Так. Алексей Смирнов. Друзья, вот такая вот, такая вот почанга у нас. Так, ну что, Алексей, где этот мачете наш? Мачете твой, поэтому пиши свой адрес, куда отправлять, и вскоре, я надеюсь, ты его получишь. По крайней мере, я надеюсь, что ножи без проблем отправляются, тем более такие. Вот. И до твоего адресата, я думаю, что тоже он дойдет. Друзья, я вам хочу большое всем сказать спасибо, всем участникам и тем, кто даже не участвовал, кто просто списал поддержку, кто, в общем, очень много чего интересного писал и просто давал какие-то эмоции, давал какой-то заряд, давал какую-то мощь. В общем, делал то, чтобы наша банда, которая, кстати, сегодня, еще раз хочу напомнить, уже стала 2000-ной. Чтобы наша банда 2000-ная разрасталась, крепчала, что немаловажно, именно крепчала, но при этом оставалась свободной. Понимаете, свободной и не напрягалась. Вот. И всем вам, которые мне писали комментарии, которые не только мне, а в общем, в нашей банде писали комментарии. Все вам большое спасибо. На этом пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.